А теперь приветствуем главных персонажей. Это родители жениха. Аплодисменты! Спасибо вам. А теперь мама невесты, Тамара Петровна. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте. Дорогие гости, мы рады вас приветствовать сегодня в нашем кафе. Обратите внимание, какой красивый зал выбрали наши молодожены. Как здесь уютно и тепло будет. Какие официанты у нас. Посмотрите, какие блюда они вам сегодня приготовили. Но это самое главное, это наши молодожены. Обратите внимание, какая очаровательная и красивая невеста. И какой мужественный у нас Владимир жених. Попрошу открыть бокальчики, налить себе, открыть бутылочки и налить бокалы. Себя презентует. Чье имя звучит? Всем понятно? А другие должны будут ему аплодировать, что мы рады сегодня встретиться на этом банкете. Красавица невесты. Посмотрите, какая она сегодня красивая, любила. Она и так красивая. Ну а сегодня особенно. И какой мужественный Владимир. Представляете, как ему повезло. Представляем, что он мужественный. Ну конечно, такую красавицу взял. А вы разве не знали, что он такой у нас мужественный? Так, друзья. Замечательно. Поразительно. Гениально. Ты, наверное, прослушал. Сейчас чья нарезка с именем звучит, тот встает. А мы ему другие дружно аплодируем. Пока присядьте. Нет, пока присядьте. Мужественный, сядьте. Сядь. Держите мужество. Молодец! Молодец! Молодец!
Yeah!
тебе на губы чумикой. И сердце разбито забытый пароль. Кислятина. Кучно без водки.